Сан-Паулу – город густонаселенный, 12 миллионов человек, а если с пригородами, то и все 20. Это делает Сан-Паулу самым многолюдным городом в западном полушарии. Знаете, как говорится, особенности местности всегда накладывают отпечаток на ее жителей. Тем более, если эти жители – люди творческие и творят на злобу дня. Здесь, в Сан-Паулу, живет и творит одна очень интересная и необычная дизайнер Адриана Бертини. А это ее коллекция платьев. Вроде платье как платье, да? Яркие, пестрые, ну как в принципе любой дизайнерский наряд. А теперь присмотритесь. Ну, как вам? Теперь обо всем по порядку. Привет! Привет, дорогая! Это Пауло, близкий друг Адрианы. Пока она на отдыхе, он ведет ее бизнес. Эти платья сделаны из презервативов, которые по каким-то причинам были забракованы. Это все ручная работа и очень кропотливая. Главный принцип работы – делать каждое платье с любовью. К счастью, друзья, презервативы эти не использованы, так что их можно трогать спокойно, знаете, так вот жамкать. Ух-ух. Очень мягкие на ощупь. Да, очень. И, честно говоря, это очень приятное на ощупь платье. Я никогда не думала, что платье из презервативов мне будет так приятно трогать. Но выглядит, конечно, это очень странно. Коллекция этих платьев называется «Condom Couture» и была создана дизайнером, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме СПИДа в таком-то густонаселенном городе. Сколько времени уходит на одно платье? В среднем на одно платье уходит около месяца. Резина – очень хороший материал для творчества. С ней можно делать что угодно. Резать, красить, клеить, рвать и плавить. А можно мне примерить вот это, чтобы понимать, как оно вообще выглядит? Вот такое неожиданное болеро, я бы сказала. Никогда еще я не мерила подобных вещей. Да вообще, в принципе, я никогда, знаете, не надевала презерватив на себя. Потому что я женщина. Сколько сейчас презервативов на мне? Сколько? 2000. А сейчас я на себя надела 2000 презервативов! 3000! Никогда еще не было так безопасно! Ча-ча-ча! Пока я тут на себя примеряла 2000 презервативов, позвонила Адриана. Привет, Адриана! Привет! Это Мария! Как ощущения? Ощущения полной безопасности. Итак, наряд номер 2. Так, мне надо быть аккуратнее с этим платьем, потому что мне кажется, оно очень короткое. О, боже. О, боже, надо же, отвалился. Праздник нам приходит, праздник нам приходит, праздник нам приходит. Безопасный праздник. Ну, что сказать. Как бы странно это ни звучало, но материал приятный. Вполне комфортно, все дышит, нигде ничего не давит и не жмет. Единственный момент – ну, очень сильный запах резины. Сложно судить, насколько практичны такие платья в носке. Но одно могу сказать точно – никакой дождь и любые осадки им не страшны. А как получился такой цвет? Это натуральный краситель. Оказывается, она не покупает готовые презервативы вот такого цвета. Она один за одним красит, потом весит, вешает сушиться. Соседи недоумевают, они не понимают, почему все балконы постоянно увешаны презервативами разных цветов. Понятное дело, что каждое платье – это ручная работа. Вот здесь вот много-много маленьких узелочков. Видите? Таким образом, все эти презервативы внутри между собой как бы связываются. Ни одной иголки с ниткой здесь не использовано. Сетка, и сверху вот так вот узелочками. И все. Наверное, потому что иголки и презервативы – вещи несовместимые. Вау, Мария, ты прекрасна! Боже, как ты прекрасна! Ой, презерватив! Вы знаете, в этом платье хочется танцевать и любить. Издалека кажется, что платье сшито из какой-то мультяшной лисы.
Смотрите, какое оно летящее, какое простое и экстравагантное одновременно. Мне очень нравится. Понятия не имею, куда можно пойти в таком платье. И можно ли вообще комфортно себя чувствовать в такой одежде. Поэтому маленький эксперимент. Точнее, тест-драйв. Пойду выйду в свет. Но что самое приятное, какое сразу прекрасное настроение у людей вокруг. Маша, люди целуются, подойди предложение. За тобой. Помни, безопасность прежде всего. А прежде всего, безопасность. Отличное платье. Надо брать.